Добрый вечер, друзья. Долго задерживать от хорошей музыки я не буду, тем не менее, я хотел вас поприветствовать от имени Чешского центра, театра РАМТ, который пригласили Таскит Пипл в Москву, и поблагодарить клуб Чайнатаун, что приютил эту замечательную группу. Мы очень рады, что все получилось. С самого начала это были не воздушные замки, а как-то дело. РАМТ предложил ставить рок-н-ролл Тома Стоппарда, который это пьеса, которая о пластиках. Мы решили их пригласить, они приехали. Сначала был один концерт, потом получилось уже три. Ну, все разрасталось очень естественно. И итог, они здесь. По пути мы подумали, что стоило бы осмыслить немножечко все, что происходит, и собрать такую книгу, где все основные тексты, которые касаются периода, когда пластики начинали играть, когда зарождалась чехословацкая неофициальная культура. Вот эта книга, она будет раздаваться на всех мероприятиях, которые последуют. Это будут еще концерты пластиков 23-го в театре РАМТ. Это будет премьера рок-н-ролла Тома Стоппарда в РАМТе 22-24-го. Концерт пластиков в Нижнем Новгороде, надо подчеркнуть. И дальше уже в октябре